Эффективность российской вакцины супротив коронавируса «Спутник Ви» складає 97,2%. Такую информацию транслируя официальный Минахов здоровья Беларуси. Оценка эффективности складена на подставе данных больше, чем 860 тысяч человек, которые отримали прищепку двумя компонентами вакцины. Означается, что в Беларуси кампания проводится в рамках национального плана мероприемств по вакцинации супроть COVID-19. Данные Министерства охраны здоровья, отриманные подчас доследования, подтверждают высокую безопасность вакцины «Спутник Ви» у Беларуси. Отсутствуют выпадки тяжких непожаданных з'явов после прищепки и не зарегистрированы выпадки смерти, связанные с вакцинацией.